Всем привет, с вами Марс, мы продолжаем проходить Fallout New Vegas. И мы в прошлой серии, в конце прошлой серии получили квест. Ну как сказать, квест. Мы с вами получили задание вот от этого товарища. Вот от того товарища, который пропал почему-то. Его девушку унесли гекко. И я провтыкал, куда мне идти на самом деле. Нет, готова отправиться в путешествие. Мой Арнольд вполне готов к бою. Только я не могу понять, куда мне идти. Он сказал, что его девушку тащили гекко. Я надеюсь, я услышу это по крикам. Ну, если криков не будет, значит, ей не повезло. Все банально просто. Гекко, твою мать. Охереть, какой я меткий. Ого. Хорошо. Ох, бежит-то как. Вы посмотрите как. А не, он не бежит. Блин, уровень поднялся. Вовремя, очень вовремя. Ремонт. Надо вкинуть в ремонт. Тридцатку и. Не знаю, и в оружие до сороковника. Еще куда? И взлом до сороковника. Все дальше. Способность быстрая перезарядка позволяет вам перезаряжаться на 25% быстрее. Жена убийца. Так, вы получаете одно, хорошо, одно очко. Прежний ученик, вы получаете дополнительно к общей сумме очков и всякий раз. Так, понятно, хорошо. Убежденный холостяк. Я даже не знаю. Давайте-ка вот это возьмем. Потому что мы все-таки. Одно очко, это, ну, как бы интересно. Кинем его сейчас куда? Куда бы то его кинуть? Кинуть его. В ловкость. Кину это все в ловкость. Ай, промазал. Так, ну я просто не шарю, куда они могли эту девчонку затащить. Может, я просто что не понял в квесте? Может, стоит к нему вернуться? К этому товарищу? Может, он мне расскажет? Ой. Мясо, шкура, яйцо. Ну, яйца мы ему отрывать не будем. Так. А хрен поймешь, куда тут переться на самом деле. Ну, сейчас посмотрю. Так, ну не знаю, тут еще один довольно опасный парень пришел, что-то тут хотел. Короче, я думаю, это где-то здесь. Я недолго бегал на самом деле. Так, и давайте-ка дробь возьмем, потому что дробью лучше. Давай. Ох, я забыла наш однозарядное. Хотя тоже нормально.
Ой, ёб твою мать. Ой-ой-ой-ой. Блин, да откуда? Однозарядная хрень! Однозарядная хрень. С пистолета вас буду шмалять просто. Ой-ой-ой. Да вы что, сгорели что ли? Вы конченые. Вы конченые. Чё их там так много-то? Вот меня и подвело моё... Не помню игры. Отвалили, твари! Офигеть, чего вас так много-то? У вас и мясо, наверное, надо поподнимать, потому что вы же меня покусали все-таки. На маленьких гека, смотрю, что-то мясо-то не понарастало. Итак, всем здорово, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Fallout New Vegas, и прошлая серия закончилась прекраснейшим вылетом. Я только что замочил этого негодивого парня, который нас обманул, к сожалению, и продолжит двигаться напрямую к городу. Сейчас тут будут опять гекконы. Пожалуй, сохранюсь на этом. Ах да, точно. Нужно починить. Ах. Так, эта броня не чинится. Нужно пистолет починить. Так, какой в лучшем состоянии? Винтовка Вармильд. Нормально. Это говно ружье вообще. Такое оно конченое. Что ужас прям. Так, продолжаем наше движение к Приме, скорее всего. Просто я уже городов не помню. Но, тем не менее. Ой, блядь, забыл, не в Skyrim же играю. Ладно, нормально. Продолжаем наше движение к цели. Вот я тут просто рассказывал о том, что не знаю, записался ли этот... Сейчас, подождите секунду. Нет. Записался ли этот момент... Почему я отыгрываю доброго персонажа? Потому что вот, например, как в ситуации с этим негодивым человеком, я вот, например, бы сам не смог пройти мимо такой просьбы, например. Тем более, что там девушка попала в беду, вообще охереть можно. А ему как бы норм. Нашел повод. Ну вот он, в принципе, за это и поплатился. После таких вот поступков люди перестают быть добрыми и доверчивыми. Доверчивым в хорошем смысле этого слова. Если тут есть хороший смысл. Так, в прошлый раз мы где-то тут и вылетели, поэтому буду сохраняться почаще. Но это как бы Fallout. Fallout, он в принципе стабильностью... Да что я рассказываю, в принципе он же нормально работал. Насколько я помню, не так часто он у меня вылетал, хотя вылеты были. Я очень рад, что я нашел этот прицельчик на винтовку Вармильд. Ой, ч
Что там такое? Кто здесь? Гека. Давай сюда, Гека. Гека, мать твою. Куда ты побежал? Что-то он оббегает далеко, не? Все, плюнул. Ладно, не важно. Давайте-ка еще раз сохранимся и продолжим. Я помню этот город, помню этот подход. Ой-ой-ой, что там такое? Кто там? Кто там? Тьфу, блядь. Шмели. Ага, а по нему попробуй еще попади. Да пошли они в жопу. Еще на них патроны тратить. Так, продолжаем наш путь. Мы уже у входа, можно сказать. Что там за костер горит? Легион? Нет, спасибо. Флаг легиона Цезаря. Ага, ну тут другого входа и нет. Да, я не обознался, мы действительно пришли в Прим. Боец, НКС. А что происходит? Convicts from the prison up the road have taken over the town. Everyone inside is either dead or in hiding. What's more, there are two tribes of raiders causing trouble in this area as well. You'd be safer heading back up to Good Springs. А разве вы не должны защищать город и все такое? We'd love to, but they don't fall under NCR jurisdiction. Юрисдикция, да? Ох ты, ёб твою мать. Я смогу о себе позаботиться, ладно? Охренеть можно. Говорит, ты туда не ходи, потому что все плохо. Нормально. Нормальный ход. Да твою мать. Что, нельзя вылезти туда? Ладно, пойдем по мосту. Походу, это единственный подход. Кстати, почему ты тут один, боец? Ты что-то, по-моему, мне не договариваешь. И это тоже непроходимое препятствие, да? Прекрасно. Надо привыкать. Заборы, если они стоят, они в основном непроходимы. Сохраняемся на всякий случай. И продолжаем наше движение. Я не помню, что тут такое происходит. И может поэтому мне и нравится сейчас играть в Fallout. Так, что ты, что скажешь, боец? Нет. Ящики с боеприпасами нельзя трогать. Ой, ёб твою мать, это что такое было? Подожди, это мины? Я прав? Это мины, блядь. Кто тут мин наложил, ютиху мать? Это тоже мина? Это тоже мина. Зачем вы это сделали, придурки? Конченые. Я же вроде ничего плохого не делал, зачем минировать дорогу? Или вы кого-то настолько боитесь? Капец. Так. Прекрасно. Сразу враги. Кто это такие?
Сбежавшие преступники. Хорошо стреляет, кучно. Очень кучно. Ну чё, как оно? Что-то варминт меня не впечатляет, надо что-то потяжелее найти. Так, доллары, нормально, пистолет. В неплохом, кстати, качестве, динамит. Ну ты с подрывниками у нас, скорее всего. Броня авантюриста? Возьмем, примерим. Так, а этот товарищ у нас... Тоже патроны, тоже пистолет девяточка. И броня авантюриста такая же, да? Хорошо. Давайте-ка починим пистолет. Нормально. И все, наверное. По костюмам что тут у нас? А ремонтировать нельзя. А, надо подобрать второй костюм, кстати. Так, давайте-ка посмотрим, как он... Ох, а да, он классно выглядит. Правда, теперь по броне я буду сильно уступать. А водное оружие и оружие обычное. Давайте-ка кожанку оставим, потому что броня, она нужна. А то просто продадим и все. Казино. Я не знаю, там наверняка будут стрелять. Или не будут. Сейчас посмотрим. I don't know what it was brought you to Prim, youngster, but you might want to rethink your plan. Town's gone to hell. Нет, я не хочу с тобой знакомиться. А, ну давай, есть несколько вопросов о Приме. I'll answer what I can. Где находится почтовый офис? Sure do. I run the courier office out of my shop. Нормально. Leastways I did before things went to hell around here. Это хорошо, что я тебя нашел. Я курьер Махавского экспресса. Well, I don't got any work right now, sorry to say. Не, ты не понял. Потеряна посылка, которую мне надо было доставить. I'll tell you whatever I can. You have a delivery order, you can show me. Да, показать. Oh, you're talking about one of them packages. Не понял. That job had strange written all over. But we couldn't turn down the cash. Что было странного в заказе? That cowboy robot had us hire 6 couriers. Each was carrying something a little different. Parrot dice, chess piece, that kind of stuff. Last word I have from the office, it looked like payment had been received for the other 5 jobs. Говно какое. Guess it was just your chip that didn't make it. First deadbeat we hired to do the job, canceled. Hope a storm from the divide skins him alive. Well, that's where you came in. Мою посылку украли. Человек в клетчатом костюме и какие-то бандиты. Well, now that you mention it, a few nights back, one of the townies was out scavenging for a supply. He said he saw a fellow with a daisy suit come through with some of them great con misfits. They was talking about a chip. Один из них подстрелил меня. Мне надо узнать, как до них добраться. Well, for that, your best bet is going to be talking to Deputy Beagle.
Бегло. Once they came to town, he was keeping a good bit of notes on them. Хорошо. And he was slinking around by some Steve when your pretty boy friend came through. He may have heard where they were going. До свидания. Don't go getting yourself shot. Спасибо. А чего вы с пушками-то ходите, ребятки? Howdy. Ха. Hello there. Может, what ты пушку опустишь? Нет, не надо, да? Да, нет. Yeah, bye. Пока. Пушку не надо поднимать так. Это опасно. Ладно. Слушай, на этом, пожалуй, и закончим нашу серию. Вот такая вот она получилась. Кстати, надо, черт возьми, сохраниться. Всем спасибо. С вами был Марс. Всем пока. До новых видео.